пришел к колдунье. А ну-ка наколдуй мне, легко мой хороший, только хлопнул в ладоши, и жена вернется, от того отвернется, и маленькая жизнь внутри нее оборвется. Но вдруг налетели на ведьму тени, привидения говорят, не бывать преступлению. Но что ты потупила взор? Сдавайся, ведьма, ночной дозор. И треснул мир напополам, дымит разлом, и льется кровь, идет война, добра со злом. И меркнет свет, в углах паук плетет узор. По темным улицам летит ночной дозор. И понял Антоха, что поступил плохо, и то, что развела его колдунья как глухо. Но сила иного в Антоновом взоре, а значит, он будет работать в дозоре. Годы прошли, и городецкий не тужит, водочку глушит, с вампирами дружит. Начальник хороший, мудрейший гизер, был замминистром в СССР. Но вот вызывают, нужно ехать скорее. Вампир-парикмахер с подружкой своею в логово к себе заманили подростка, решили поужинать подло и просто. Антоха успел, завязалась драка, с огромным трудом, но все ж убил вурдалака. Но ножницами был тяжело ранен в бою, при смерти был, можно сказать, на краю. Но добрый кисер его вылечил быстро, еще бы, а бы кого не берут замминистра. И треснул мир напополам, дымит разлом, и льется кровь, идет война, добра со злом. И меркнет свет, в углах паук плетет узор. По темным улицам летит ночной дозор. А дальше беда за бедой, как по нотам. Ворона залетела в турбину самолета, на теплоцентрали чего-то взорвалось, а света виновного всем оказалось. Но встретив красавца, Антона влюбилась, и разрушение остановилось. Но злой Забулон из дозора дневного сделал из сына Антона иного. И как с этим справится наш герой? Все на просмотр картины второй. И треснул мир напополам, дымит разлом, и льется кровь, идет война, добра со злом. И меркнет свет, в углах паук плетет узор. По темным улицам летит ночной дозор.